Привет, друзья! Сегодня у нас небольшой обзорчик. Ну, ролик не совсем как бы по теме канала, но среди рыбаков наверняка много рукастых мужиков. Надеюсь, кому-нибудь пригодится этот обзор. Взял себе гриндер, как бы балконный вариант. Не хотелось тащить себе какой-то станок такой для цеховых работ, а именно балконный вариант, маленький станочек, но в то же время достаточно мощный, чтобы... Но не только ногти на нем защищать, а делать какие-то работы, поточить там какие-то поделки, поточить ножички. Выбрал вот такой станочек. Левша 610 от Петра Позднякова. Прежде чем купить, я поговорил с Петром. Оказался довольно-таки общительный паренек, ответил на все мои вопросы. Ну, вот, через 4 дня мне вот такой станочек пришел. Сделан очень хорошо, внимательно посмотрел его. Был упакован в такой вот коробочке, весь обложен пенопластом. Дошел очень хорошо, быстро, сказал, уже за 4 дня. В общем-то, я очень доволен. Сейчас посмотрим на его характеристики и устройство его. Электродвигатель имеет фланцевое крепление. На него смонтирована плита толстая, наверное, из шестерочки, закреплена винтами. Все надежно, хорошо, все детали оцинкованные. Приводной барабан диаметром 95 мм пустотелый. Проверял, балансировка его нормальная, выставлен правильно. Дальше два направляющие ролика полезные. Так, площадь 180 мм. Плита, на плиту наклеена керамическая пластиночка, ролики на подшипниках. Дальше натяжной ролик. Сделан в форме бочки, тоже на подшипниках собран. И винт регулировки на центровке ленты. Натяжное устройство выполнено в форме отдельного узла. Вся эта часть подвижная. Ролик и натяжной винт посредством пружины. Все это дело двигается. Так, далее столик 70 на 150. Ну, маловат, конечно, потом, может быть, переделать, если не хватит. Столик регулируется посредством вот две это пластиночки с пазами и винтами, регулируется во всех положениях. Вот за счет этого он может двигаться вперед-назад, и регулируется угол вот этого столика тоже в разных положениях. Вот здесь два винтика есть, они ослабляются, и полочка может перемещаться так вверх-вниз, меняется угол в любом направлении, если это понадобится. Опорная плита под ленту, ширина ее 50 мм, наклеена керамическая плиточка вот какая-то, и тоже имеет степень регулировки, можно ее регулировать относительно направляющих роликов. Сейчас попробуем поставить ленту. Лента 610 на 50. Опускаем ролик. Заводим на приводные ролики и одеваем на барабан. Все отпускаем, проворачиваем, все. Гриндер готов к работе. Попробуем сейчас подключить, пожужжать. Посмотрим, насколько он шумный. Соседи не упадут у меня в обморок. Ну, как бы написано, 900 дБ. 900. Это не так уж много, это практически такой же шум, как у заточного станочка маленького, наждачка. Итак, сейчас подключу и попробую включить его. Так, вот у него здесь вот есть клавиши, пробуем. В общем-то, вполне приемлемо. Думаю, соседний в обморок у меня не упадут. Сейчас я придумаю, смонтирую на какой-то площадке его, подложу резину. Еще будет немного гасить вибрацию, и, соответственно, шума будет немного меньше. Ну вот, как бы, и все. Сейчас
буду заниматься монтажом. Всем вам спасибо. Буду точить ножички. Ножички обязательно вам покажу все. Всем удачи!